Жизнь иногда напоминает шахматную партию. Вы верите в любовь с первого взгляда? Удачно разыгранный дебют. Все говорят, что этот фильм то, что нужно для моей карьеры. За все берется, не подумав. А потом ничего не получается. Давай катись отсюда к черту и говори нашу звезду показать нам сиськи. Все фигуры на доске расставлены в соответствии с теорией. Думаю, ты первый мужчина, которого я действительно полюбила. Бона был прав. Ты пьешь как идиот. И ведешь себя как идиот. Стелла, ничего не случится, если мы сами не захотим. Но один неточный ход. Кто-нибудь говорил тебе, что ты ублюдок? И партия переходит в сложный эндшпиль. Я была в себе, Стелла. Все попытки спасти игру только ухудшают положение. Да я больше не хочу слушать бред сумасшедшего или хныканье. В критический момент игрок задается вопросом, как это могло произойти. Может, мы просто спутали любовь и секс? Хочешь выйти за меня замуж? Зачем? Почему потеряна нить собственной жизни? Я понимаю, у тебя есть оправдание. Ты не в своем уме. А у нее такое. Стивен Дорф в фильме «Энтропия». На канале «Премьер». Я увольняю тебя. Несговорчивых полицейских начальство не любит. Говорю как друг. Ты плюешь на приказы, неуправляемый, не выполняешь законы и не думаешь, что делаешь. С ними всегда одни хлопоты. Дело в том, что полицейские не должны нарушать закон. Если будут проблемы, обращайтесь ко мне. Одинокие ковбои тут без надобности. Он способен свернуть, если не горы, то уж точно шеи всем бандитам Америки. Бойд парень, что надо. Знает карате, дзюдо, побьет любого. И все же таких следует держать подальше. Лучше всего в самом преступном районе Детройта. Я не пошлю вас во Вьетнам, мистер Бойд. Вам предстоит 15-й участок. Это Кларк, как раз для вас. Здесь ему мало не покажется. Мистер Бойд, вас направили сюда по причине профессионального стресса, агрессивности в отношении коллег и слабой дисциплины. Так? Перекрестный огонь и горящие машины доведут адреналиновый счетчик до критической отметки. Стивен Сигал. Крутой полицейский-одиночка в зажигательном боевике «Сквозные ранения» на канале «Премьер». Все рассчитано до мелочей. Осечка исключена. Джой, ты ведь не станешь никого убивать. Нам этого не надо. Где мой ребенок? Ты хочешь меня пристрелить? Заткнись, где она? Боль, причиненная другим. Я не могу дышать. Прыскалка. Позвонишь в полицию, ей прострелят мозги. Страх и страдания жертв только усиливают удовольствие. Тебе не приходило в голову, что дело вовсе не деньги? Идеальный план должен сработать. Мою дочь похитили. Я не могу идти в полицию. Ее убьют. Ты это понимаешь? Око за око. Я тебя кастрирую без лишних эмоций. Так, как будто потрошу курицу. Какого черта? Шерил, я видел убийц, которых эта штуковина превращала в рыдающих младенцев. Но у тебя есть выбор. 24 часа беспредел. Марвин, услышишь выстрел. Убей ребенка. Между жизнью и смертью. Это доктор Уилл Дженнингс. На этой чистоте есть агенты ФБР? Нам не нужно ФБР. Шарлиз Терон, Кевин Бейкон и Кортни Лав в детективе 24 часа. На канале «Премьер». Нет. Прыгай. Прыгай. Доброе утро. Прекрасный денек, да? Когда он пробует жить по заповедям, получается только хуже. Иди к черту, богатей. Нью-Йорк. Что за прекрасный город? Гораздо проще
быть как все. Мы не будем спешить и не будем делать друг другу больно. Господи, мы говорим как герои телесериалов. Каждый, кто выделяется, неизбежно расплачивается за оригинальность. Наша школа – настоящий публичный дом. Подростки заваривают крутую кашу. Когда я с ней разделаюсь, она станет первой шлюхой в школе. Взрослые ее расхлебывают. Моя жизнь рушится. Жена меня больше не возбуждает. Но вечно так продолжаться не может. Себастьян, иди сюда. Ты не поможешь мне? Ты постелил себе постель? Так лежи, спи. Хотя бы потому, что все детишки когда-нибудь повзрослеют. Вот неприятность. Опасные связи продолжаются. Ты объявляешь мне войну? Получается так. «Жестокие игры 2» на канале «Премьера».